При поддержке правительства Республики Польша создана первая уникальная бесплатная платформа, с помощью которой каждый желающий может самостоятельно с чистого листа изучить иностранный язык. Разработка такого проекта стала ответом на увеличение интереса в нашей стране к изучению польского языка и культуры соседней страны. Над методической частью платформы работали ведущие польские филологи. Первыми испытать ее возможности в действии смогут жители Днепропетровска и Днепропетровской области. Изучение языка начинается с АЗОВ, курса для начинающих на уровне А1 и позволяет закрепить знания на уровне независимого пользователя, то есть Б1. Кроме того, уровень Б1 позволяет сдавать официальный языковой экзамен на получение сертификата на знание языка.